Привела, привела меня, конечно. Бежит и оглядывается. Пойдем, пойдем, с Кузей поздороваемся. Вот, видите, сделали для нее проход. Теперь она тут вот, как на капитанском мостике, на ступеньках. И Марсюнчик тут рядышком хрюкает. Пришли проверять Кузю. Кузя, ты где? Выходи, тебе гости пришли. Буду тебя сейчас шевелить. Вот он. Вон он, Кузя, гляньте. А этот-то сидит, гляньте, как смешно. Смотрите. Ну, прям Алёнушка. Мирка. Вот он. Кузя. Сейчас. Зайдем в тень. Видите, как солнышко освещает зеркальный. Ну, вон Кузя видно. Видите, поперек стал. А здесь ряб от фонтанчика. Небольшая. Вот он ушел в яму. Махнул хвостом. Все. Ну что, помочила попу? И куда? И к рыбьему корму. Конечно, а как же? У нас рыбий корм теперь в другом месте. Она по привычке прыгает сюда, а я его спрятал вон под лавочку, в тень. На, теперь он здесь будет. А то он перегревается, пересушивается. А ты что прибежал? Ты все равно не будешь есть. Ты так. Лишь бы вот это вот позавидовать. Иди он своих ящериц гоняй. Пошел. Все, это его любимое место, периметр. Ну что, я ухожу с работы. Ой, с работы. Ну, в принципе, это тоже моя работа. Я ухожу из сада. Мне надо ехать на работу. Сейчас пройду. Посмотрю, что у нас здесь. У нас вот, видите, гибискус начал зацветать. Шалашик стоит. А это бешеная веретена. Знаете, вы смотрите, что это? Знаете, что нас тут съело? Что? Голубики вон наелась, гляньте. Мирка! Мирка дербанит голубику. Пошли быстрей. Пошли. Вот эта голубика с ней что делает, видите? Пошли. Уходим. Дождались, когда ветер пошел в ту сторону, ну, в сторону сада, не в сторону соседей, и мусор сжигаем. А тут я уже показывал, ребята пруд чистят. Еще кое-где черешенка есть, но уже практически она уже все отошла. Уже, ну, есть, конечно, но уже, сейчас покажу. На, на, вот ешь. На, быстрей. Мальчик, ты ж бедняжка, а тебе не досталось. А вот и тебе. На, Марсинчик, на, ешь. Если только успеешь за Миркой. Завтрак. Мирка, она бежит с утра, малины подергает, потом голубики. Когда клубника была, она клубнику дергала. Вот у нас плоды, видите, какие. Очень вкусные. Не знаю, что это, но вкусные. Первый год урожай. Так, здесь не пройдешь. Ой, заросла. Черешня, гляньте, какая. На, Мируська. Мируська, смотри, какая крупная. На, ешь. Марселончик, а тебе, может быть, и не быть уже, глянь.
А нет. Одну, конечно, я тебе найду. Вот. На. Найди. Иди. Ешь. Где-то уже вымазался, где-то лазил. Все, иду. Яблочки. Ну, яблочки вот, конечно. Не подумайте, что они червивые. Гляньте, какие хорошие. Ну, ничем не обрабатывали, никогда. Есть, конечно, погрешности, листья там заворачиваются. Ну, это мелочи. О, вчера уже картошку копали немножко, молодую, сварили, такая вкуснота, маслечко, потом сметанка и малосольные огурчики, а еще был у меня зельц и зельцем. Так, ну вот мы вышли к водоему, здесь идет чистка. Смотри, как он там подойдет до этой трубы. Чистка. Давай, давай. Серега чистит два Сереги. Сейчас. Главный Серега. Так, это надо помочь. Вот, видите. Вот он. Доброе утро, Серега. Доброе утро. Еще чуть-чуть еры. Вот он тащит насос за шланг. А здесь сейчас пойдет. Чуть-чуть еще. А что, нету воды, да? Хорош, хорош. Да нет, опять забился. А, забился. Я хотел показать, как сюда муляка пойдет. Будете снимать, да? Ну, поднимать сейчас. Поднимать будете. А чем он забивается, Сереж? Листьями, да? Наверное. Вот он через эту бочку. Здесь у нас щебень засыпан, песок. И уходит потом вот туда. И туда, туда, 100 метров труба проложена. И там канава, он в эту канаву уходит. Да, не задача, придется поднимать насос. Поднимать. Это для этого есть вон специальное устройство, вон блочки, редуктор. Механизировано все, ну просто неприятная, ненужная процедура. Задерживающая процесс. Чистки. Так, гибискус. Так, а здесь что-то у нас. Что-то у нас тут такое, гляньте. Вот это я такого не видел. Это пух. Пух от тополя. Вот он, тополь. Видите, зацвел как поздно. Вот он. Это деревцо привез с Лабинска. Маленькое было. Вот такое деревцо было. Я в машине их 10 штук привез. А теперь гляньте, вот оно, одно, второе дерево. Оно уже громадное. Уже туда, вон, все, видите, поднялись вверх. Раньше сад был вот на уровне вот груди, потом выше головы, а сейчас уже к небу. Поднялся. Смотрите, даже вот это как выросло. Была маленькая елочка. Маленькая. Вот такая вот одна штучка была. А теперь смотрите, куст какой. А вот звездочка. Я вообще думал, она будет маленькая. Она в диаметре, вон, 3 метра. Вон, даже не захватывает камера. Ну вот, прохожу. Делаю ревизию. Смотрю. Заодно выгуливаю собачек. Пойдем, Мирочка. Такая прогулка утренняя. Я ее почти каждый день делаю. Выхожу с ними и гуляю. Ну, сам смотрю в саду, что надо сделать, что так, не так. А они вот сюда рядом, видите, вот. Просто я камеру отвожу в сторонку, чтобы показать. Вот, смотрите, как тамариски. Смотрите, какие. Такие нежные иголочки, видите, какие нежные-нежные. Вообще, как зеленый пух. Солнце, видите, он еле пробивается.
поэтому в саду тепло. Сказал, тепло. Да, конечно, не холодно, это точно. Поэтому в саду прохладно. Вот что хотел сказать. Вырвалось тепло. Ну и тепло тоже, я не обманусь и скажу, что в саду тепло. Где-то 32 сейчас. А в тени хорошо. Все, мы прогулялись. Идем. Марсик сейчас, как обычно, придет. А я воду вытащил им уже из гаража. Потому что весь гараж в воде. Мирка купается, плескается. Устроила там сауну. Ага. Вот я им вытащил. Видите, тазик для купания один. Тазик для питья воды два. Марсик идет какой. Марсенчик, иди водички испей. Иди, Марсюха. Иди, иди. Ты же такую работу провел. По периметру ходил, ящериц гонял, с кротами переговаривался. Иди быстрее, Марсюха. Иди, вот тебе водичка. Он на новом месте, может быть, не знает. Иди, Марсик, пойдем. Мирка шустрая, сразу все хватает на лету. А Марсик, он же в силу своей важности. Иди, Марсюнчич. О, Марсик, холодненькая водичка. Иди. Он такой насупился, важный. Он привык, что вода в гараже стоит. И тут вдруг хозяин что-то изменил. И тут уже у него противоречия какие-то возникают. Что это такое без меня тут? Без согласований. Воду переставили. Вот тут она стояла, помните? Ну, зато все было вот так в воде. Не пройдешь, не проедешь. Что мы там нашли? Все, обошел. Пойдем, я тебе водички напою. Пошли, Марсик. Не захотел. Все. Пошел туда. Там прохладное место за будкой, на бетоне. Они любят лежать. Лирик ушел в сад. А Лирик скупается сейчас. Мирунька, что ты там лапки? Наколола, что ли? Мирочка, ну-ка покажи. Нет. Ты смотри аккуратненько. Бегай же. Ну все. Прибыли мы домой. Теперь они будут лежать на бетоне. На бетоне прохладно. Вот здесь. Ну, не бетон, а плитка. Ну, плитка всегда и бетон прохладный. Это их любимое место. А я еду на работу. Все, Марсик вот приземлился. Ну, и я говорю всем пока.